Евгения Осипова – модель, кино и театральная актриса. Настоящую славу получила после выхода сериала «Доярка» из Хацапетовки, где сыграла роль главной героини. Евгения Осипова – девушка из провинциального городка, которая смогла не только сделать модельную карьеру, но и добиться успеха в актерском ремесле. Всенародную славу получила благодаря роли в «Доярке» из Хацапетовки. Молодая и обаятельная русская актриса и модель, ставшая знаменитой после роли Кати в сериале «Доярки из Хацапетовки». Фильмография актрисы насчитывает около 40 ролей. Но сегодня более детально хотелось поговорить про ее личную жизнь. Ведь в личной жизни Евгении долгое время была неопределенность. Никакой информации о спутнике жизни не поступало, поэтому СМИ приписывали самые разноплановые сведения о личной жизни актрисы. Сначала ее сватали к Андрею Барилло, потом к режиссеру Сергею Швидкому, но вся ситуация с личной жизнью Евгении решилась после одной встречи. Со своим будущим мужем, кинооператором Анатолием Симченко, Евгения познакомилась во время съемок «Башни». Женя не хотела из-за своих комплексов раздеваться перед камерой. Ситуацию разрядил Анатолий. Он удачно пошутил, что с такой красивой фигурой нужно сниматься только обнаженной. Женя рассмеялась, между молодыми людьми возникла некая симпатия. После съемок Анатолий пригласил Женю на свидание, а через некоторое время они начали и вовсе встречаться. Из-за плотного графика работы влюбленные виделись очень редко, поэтому, чтобы не расставаться, начали вместе жить. Особых планов на будущее не было, они радовались каждому прожитому дню. Все кардинально изменилось в 2012 году, когда супруги стали родителями. Евгений не хочет работать в напряженном графике, вместо этого желает больше времени проводить исключительно со своей семьей. О таких планах на жизнь она заявила после съемок в «Ключах от прошлого». Для Евгении наблюдать, как растет ее сын, намного важнее, чем получать славу и гонорары от съемок в кино. Евгению Осипову можно с уверенностью назвать счастливой мамой и женой. Сейчас у супругов двое детей. Евгения в 2015 году подарила мужу дочь Софию. Своими семейными фотографиями Евгения часто делится на своей официальной страничке в Инстаграме, а также в своем личном блоге. Евгения Осипова откровенничает, что совершенно не думала, что когда-то в ее жизни появится муж и у них будут дети. Женя полагала, что ко всему этому еще не готова, но после встречи с Анатолием она совершенно иначе взглянула на свою личную жизнь и отношения с мужчинами. Анатолий полностью перевернул мир Евгении, счастливая девушка просто растворилась в своем возлюбленном.